2021 года Вриндаван Радвинатхова Тиамат, Боджи Падбхакти Сиддхартха Гусай Махарадж дает Бхагавад-саттаху третий день. Итак, Гурудев говорит, что путь бхакти, он естественный, он очень простой, потому что он естественный для души, естественный для человека. И также в Никаде в шастрах найдете, что Господь принадлежит гьяни или карме. Господь принадлежит преданным. И Кришна говорит, я подчиняюсь, я под контролем только моих преданных, только бхакти. Шримад-Бхагаватам 3-4 инкарнации описаны. Вообще, шесть видов аватар. Мунатар, аватар, Шактивеш аватар, Авеш аватар, Гуна аватар, Лила аватар. Шесть типов аватар существует. Итак, первый. Он еще, когда Господь Брахма создал Вселенную, он из своего ума проявил четырех кумаров. И он сказал, попросил их заселять этот мир. Они сказали, нет, нет, мы не хотим, отец, мы не хотим, потому что мы не хотим попасть в Майю. Когда ты просто практикуешь Экантика Бхакти, ты счастлив. А у Господа Господь Брахма говорит, ну, задача заселить Вселенную. Господь дает задачу заселить Вселенную. И вы первые жители на этой земле, поэтому должны подчиниться. Они сказали, нет, мы не будем в этом участвовать. В чем причина, говорит Гурудев? Причина в том, что это человеческая жизнь. Зачем она? Она для того, чтобы дышать баджи. Высшая обязанность живы — это совершать бхакти. Наши шесть госвами, что они делали? Какое социальное обязанность они выполняли? Какие социальные обязанности выполняли? Никаких. Они просто совершали бхакти. И все. Итак, Господь делает в нашем дхарму, сделает четыре ашрамы. Брахмачари, грихаска, ванапрасха и саньяса. И все это в итоге, чтобы человек практиковал бхакти спокойно. Первый ашрам брахмачари. Ребенок обучается в Гурукуле. Но затем, когда он закончил обучение, приходит свой гуру, спрашивает, ты что хочешь, ты хочешь жениться или нет? А те, кто изучил Писание, те, кто утвердился в практике, они остаются в безбрачии. Они говорят, мы хотим эту жизнь посвятить полностью бхакти, мы не хотим грехаться ашрам. И они вступают в отреченный ашрам. Но те, кто не могут контролировать свои чувства, то они отправляются в семейную жизнь, они отправляются домой в соответствии со своей кастой, они устраивают брак. Их родители устраивают им свадьбу. И затем, после женитьбы, они живут, ну, это с 25 до 50 лет, грехаскаршам. Затем ванапрастха. Ванапрастха — ван. Ван значит лес, то есть человек должен идти в отречение в лес. А после ванапрастхи человек принимает саньясу, полностью отдавая свой ум, тело и речь в баджане. Итак, читусаны, они сказали сразу, поэтому они сказали, мы не хотим грехаскарши, мы хотим совершать бхагават-баджан. В
вторая инкарнация Рудра. А первая Чатурсан, потом Рудра, затем Варах. Почему Варахадев приходит в этот мир? Однажды мать, земля, она молилась очень сильно, она сидела около зеркала, украшала себя. Глядя на свою красоту, у нее возникла... А, это не прити, а антиси. И она украшала себя, у нее вожделение возникло в сердце, и она сказала, подошла к Кашьяпе Мудни к своему мужу и сказала, я хочу ребенка. Но у нее было настолько сильное вожделение, что она не смогла контролировать это вожделение. Кашьяпа Риши говорил, сейчас неподходящее время сейчас. Но ничего уж нельзя было сделать. И они после того, как они совокупились, и когда он сказал, так это было неблагоприятное время, то твои дети будут демоны, но твой внук будет преданным. Шри Прахлад Махарадж. Вы видите, что иногда дети, они очень непослушные, они очень оскорбительно себя ведут. Но иногда наоборот они хорошие, а иногда совсем непослушные. И говорят иногда, как будто это враги с прошлой жизни рождаются, как дети. Итак, первое. Первая вещь, которую нужно избегать, это после, как бы на закате солнца, после заката, это совокупляться. Второе есть. Третье – учиться. Люди говорят, о, мы очень так учимся сильно, но на экзамен приходится забывать. Проблема в том, что он учится только вечером. И четвертое, нельзя спать вечером. Если человек спит вот на сандью в сумерки, то он не будет богат. Итак, Господь, чтобы справиться с Хираньякшей, он принимает форму Вараха Аватара. Что значит Хираньякша? Хиранья значит золото, акша значит глаза. То есть переводится тот, чьи глаза как бы заменены золотом, привлечены золотом. Так, Господь в форме Вараха Аватара приходит, чтобы убить Хираньякшу. Господь приходит в форме Нарады, четвертая инкарнация. Нарад написал очень хорошую книгу. Нарада Бхакти Сутра называется. И в этой книге Нарада Муни, он написал очень много славы Бхакти. Он прославляет Бхакти, который говорит, что Бхакти, только Бхакти приведет нас к стопам Господа, только она даст нам счастье. И просто
Друва, Прохлад, например, получили освобождение, обрели бхакти благодаря Нараде. Саду пытаются жизни достичь Господа, но Друва Прохлад прилетает очень быстро, потому что Нарада очень просто зашел. Просто встретился коротко с Нарадом, Друва Махарадж за 6 месяцев обрел бхакти. 5-летний ребенок с такое серьезное бхакти совершал. И Прохлад Махарадж также. Он научился у Нарады. Какие он наставления, Прохлад Махарадж, какие наставления он великие дает своим одноклассникам, демонам. Или такой, который встретил Нараду. И тогда Нарада сказал тому такой, то есть говорит, ты иди домой, ты как бы ты перестань грабить. А ты говорит, я зарабатываю таким образом на жизнь, я поддерживаю свою семью. А Нарада говорит, хорошо, ты знаешь, что ты совершаешь большой грех, ты пойди домой, спроси, твои домочадцы смогут с тобой грех поделить твой или нет, они с тобой в ад пойдут или нет. И он приходит к своей жене и говорит, ты поделишься со мной грех, я деньги приношу, я граблю, ты же знаешь об этом. Жене говорит, ты разделишь грех со мной? Тот говорит, нет, моя вот задача по дому, хозяйство, поэтому я не возьму никакого греха твоего. Он спросил детей, те говорят, нет, почему мы должны брать? И родители тоже отказали грех разделить с ним. Родители сказали, мы тебя вырастили, тебе твои обязанности нас поддерживать. И тогда он вернулся к Нараде, вообще обескураженный, и тогда спросил, что делать. Тот говорит, говори Рам. А тот говорит, я не могу, настолько он был греховен, что не мог произнести даже слово «рам». Кто может повторять имя Господа? Господь говорится, что человек повторяет то имя, которое совершал служение Такурджи 100 жизней. Только он может повторять то имя. Итак, это Дакоид не мог повторить Рам. Тогда народ говорит, хорошо, повторяй Мара-Мара. Ты можешь повторять? Говорит, да, могу. Итак, повторяй Мара-Мара-Мара-Мара. Получалось Рам-Рам-Рам. Вы, наверное, слышали Рамаяну, Лавы Куш. Лавы Куш говорят о Раме.
Перед тем, как ты пришел в этот мир, мой Гурудев уже написал Рамаяну. И он уже научил нас всем лилам, которые... И это Вальмики их научил, да? То есть он потом вот этот такой, он стал Вальмики, записал Рамаяну. И все это в итоге почему? По милости Нарады. Дальше следующее происходило. Дальше Праджапати, он дал рождение 10 тысячам сыновей, чтобы заселять Вселенную. И он отправил их учиться к Нараде. И тогда в конце Нараде, Нарада в конце обучения сказал им: «Вы сейчас отправляетесь в материальный мир. Вы уж должны были понять, что это такое». И Нарада спрашивал еще такие заговористые вопросы у них. Скажите, чакра, которая сама вращается, никто не вращает. Это кала-чакра, колесо времени. Оно само вращается. Мы родились, подросли, потом там, и когда-нибудь мы умрем. В это время оно необратимо, само собой оно вращается. Никто его не вращает. Поэтому время... А время оно забирает жизнь у всех, кроме тех, кто слушает Бхагавад-катху. Говорится, солнце, оно ворует, забирает. Забирает время жизни всех, кроме тех, кто совершает бхакти. Почему? Почему, слушая Бхагаватам, человек не... солнце не забирает его время? Потому что человек вовлечен в Бхагавад-бхаджи. И материальный мир — это как слепой колодец, говорил Прохлад Махарадж. И Гурудев говорит, что попав туда, почти невозможно выбраться. Человек думает, что вот сейчас я порешаю свои материальные проблемы, потом буду совершать бхаджан. Но это никогда не наступает. Все больше и больше человек связывается веревками кармы, погружается в материальную жизнь. Так же, как вы попросите кого-то, приходите, совершай бхаджан. Они говорят, нет, у меня еще дети молодые, они подрастут, я потом их женю и так далее. Но затем появляются внуки и так далее. Поэтому вы видите, что никто так просто из греха с кашей не может вылезти. Это как очень глубокая яма. Какое наставление? Смарта Вишну нужно непрерывно памятовать Вишну. Вы всегда помните о Господе и никогда не забывать. Очень много в Писаниях вы встретите. В Писаниях очень много говорится. Ты не это тело, твой дом не здесь, ты... Твой дом духовный обитель, поэтому ты здесь просто как странник. Тебе нужно вернуться домой. Такие наставления Нарада Муни давал детям Дакши Праджапати. И он в конце спрашивал: вы хотите материальную жизнь или нет? Те сказали: о, Гурудев, после твоих наставлений мы не хотим больше материальных, мы хотим посвящать бхакти. Пока человек не обретет милость Гурудева, он не может пересечь океан рождения смерти. Поэтому, пожалуйста, поставь свои стопы нам на голову. И все они стали садыками.
А также Праджапати очень разгневался. И снова 10 тысяч сыновей произвел и отправил к Нараде в школу. И снова Нарада их убедил быть святыми. Тогда также Праджапати проклинает Нарада. Я проклинаю тебя, ты не сможешь быть в одном месте больше время, чем одна мухурта. И Нарада начал танцевать после этого проклятия. Туля нам ловинам пи. Одну лап, то есть одну одиннадцатую, одна лап, одна одиннадцатая секунды человек общается с садху. Это даст огромное счастье, которое превосходит счастье, во все счастье в раю и даже несравнимо с освобождениями, с освобождением безличным. Такова слага саду санги. И Нарада сказал: так что ты меня когда проклял, это хорошо, я теперь буду путешествовать, вынужден путешествовать. И я раздам бхакти, я распространю бхакти на большее количество живых существ. И тем, как Господь принимает как Нараяна, Нар-Нараяна, Риши. Он принимает форму Нар-Нараяны, но Джива не может совершать тапасю. Поэтому лучше я сам покажу предмет. И я буду сам совершать суровую тапасю. Даже не пример, а просто я буду совершать тапасю. И благословение, кто просто получит мой даршан, тот получит 1/6 часть моих заслуг в тапасе. И Лакшми ищет, а где Нараян делся. А он в форме Нар-Нараян совершает баджу. И она нашла его. Он смотрит, им муж совершает аскезу. Лакшми взяла и тень сделала. И поэтому стали звать Бадри Нараян. Бадри значит одно из семи Лакшми. Как же, так же как Лакшми Нараян, так же и Бадри Нараян. Бадри имя Лакшми. आपके एक सरल उपाय बताता हूँ। जिस समय कृष्ण जन्म नहीं हुए थे, नंद बाबा ने एक मनोदी रखा था, अगर मेरे घर में एक बालक की जन्म हो जाए, हम पृथ्वी का सारे तीर्थ में नहा जाएंगे, तीर्थ करने जाएंगे हम कृष्ण जन्म। Нанда Баба, до рождения Кришны, он же сказал, что мне, если сын родится, я совершаю мое имя во всех святых местах. И сейчас Кришна родился. Когда Кришна родился, то он должен был пойти. И он не знал, как бы собирался уже на путешествие. Тогда Кришна говорит: отец, не надо никуда ходить, потому что все святые места есть здесь, присутствуют в Камьяване. И это на самом деле обязанность детей привозить родителей в святые места. Кришна закрыл. И Кришна вспомнил все эти святые места, и все они собрались в Камьяване. С 20 ноября Сундаргопал Прабху организовывает парикраму. Если у кого-то есть желание поучаствовать, те, кто в Картику не смогут парикраму пройти, то
Сундаракапал Прабху вторую парикраму организует с 20 ноября. Вот можете обращаться. के सब के कैली कुंज कोटि कोटि काशी है गोपिनी की द्वार पे बसत है हरिद्वार बद्री केदारनाथ बसत दस दासी है स्वर्ग अब वर्ग हम ले कर करेंगे दिया जानकर नहीं कि हम श्री वृंदावन वासी है बोले श्रीमती राधा रानी की जय बोले श्री वृषभान राज नंदिनी की जय ऐसे ही यहाँ पर उन्होंने Говорится, что все писания устав Раджа Гопи. Таким образом, Бхагаватам перечисляется 24 инкарнации, и там также имя Кришны указано. И затем Шукадев Госвами сказал, что он подчеркнул в конце, что Кришна ступа своя. Что он аватар, источник аватар. И сейчас вот Сундаракапал Прабху расскажет Катху. Он хороший, очень хороший проповедник. Он единственный сын своих родителей. Он хорошо учился, он получил степень MBA, но он оставил всю материальную деятельность, работу. Далее и посвятил свою жизнь Бхаджи. Он открыл храм в Джайпуре, в котором сейчас живут брахмачари, практикуют. Очень многих людей он уже привлек Бхагават Бхаджи. Прабхупад сказал, если кто-то хотя бы одну дживу вовлечет в Бхагават Бхаджи, то это гораздо лучше, чем миллионы школ открывать и больниц. और खूब उनको भक्ति प्रदान करें और जगत में उन्होंने भगवान की भक्ति को सर्वत्र ये प्रचार और प्रसार करें श्री सुंदर गोपाल जी ज्ञाति मेरा दस्य ज्ञान जनशलाखया चक्षुर्मीलितं ये तस्मै श्री गुरुवे नमः गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय स्तुतालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः सर्वप्रथम दीक्षा गुरु पाद पद्म नित्य लग्न श्लोक विष्णु पाद श्लोक दर्शन श्री शिव श्री भक्ति प्रताप श्री नारायण स्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंड प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनसे एजुवी कृपा की वाचा करता हूँ При всем предлагаю свои поклоны моему Гурудеву Шрила Дандарай Госвами Махараджу, также с вами Махараджу. Мои поклоны Бхактисиддханта Сридхару Махараджу, Саду Махараджу, всем собравшимся Вайшнавам и Вайшнаве. Итак, Махарадж, представлял саду сангу. Очень много разговоров Шримад Бхагаватам, новых ядра самвад, например, Бхагават построен на как бы диалогах, и в каждом диалоге прославляется садху. Другой Махарадж встретил Господа, и что он спросил у него? Он говорит, Господь, дай мне саду сангу. Если кто-то совершает саду-сангу, чтобы получить даршан Господа, то есть садху совершает, чтобы получить саду-сангу, в саду-сангу человек, чтобы даршан получить, но другого, получив даршан, просит снова саду-сангу. Джада Бхарат. Он также прославляет саду-сангу. Все диалоги в Бхагаватам, все прославляют саду-сангу. Итак, в чем же плод слушания Бхагавата? Здесь мы приехали на парикраму. Мы посещаем различные места во Врадже. Все места во Врадже — это как Чинтамы. То, что вы попросите, они дадут вам. Гурдев говорил, что когда вы во Врадже не пошли, а когда вы
какие бы святые места вы враждебно не посещали, просите о садусанге. Гьяни праяси мудупаси. Оставьте это желание безличного освобождения. Стане ститхам. Находитесь, где вы есть, в том же ашраме, в котором находитесь, в том же положении, в котором находитесь. Там, где есть у вас, там, где есть общество, находитесь там, где есть общество садху, в любой точке мира, и своим умом, речью, телом служите вайшнавам, служите харикатхе. Если вы будете так поступать, то тогда аджита апи, непобедимый Кришна будет победим вашей любовью. То есть Кришна, которого невозможно победить, он будет также побежден. Итак, самый высший способ обрести Господа. Если каким-то образом вы обретете пыль со стоп святого, покройте свое тело этой пылью. Если вы услышите голос святого Харикатху, это на самом деле не просто слова, их слова Брахма Вакья. Лотосные стопы Кришны очень мягкие, также очень хорошая альта нанесена на них. Это альта, которая с груди гопи, которую гопи украшает свою грудь для альты, она попадает на стопы Кришны. И вот это, говорится, альта, она, то есть это как нектар, особый нектар. И этот нектар исходит из уст садху, такое сравнение. Вот. Когда ребенок в чреве мамы, первым развивается слуховая система у ребенка, потом другие органы. Мы материальны, а Господь трансцендентен. Мы не можем ощущать своими органами чувств, потому что он за пределами наших органов чувств. Только только уши наши, да, слуховая система, она может воспринимать. Только ухо может из всех частей тела имеет способность коснуться трансцендентного через Харикатху. И Господь говорит, я в сердце вхожу через уши. हनुमान जी ने जब अपना हनुमान जी दिखाया तो क्या दिखाया उसमें आते ना हनुमान когда он свою сердце свою грудь разорвал там было सीताराम в сердце कि उनके हृदय में क्यों बैठे हैं क्योंकि वो रसिया है किस चीज के रसिया है रामचरित्र रसिया भगवान की लीलाओं को सुनते हैं तो अगर कोई व्यक्ति साधु संग करता है अब साधु संग का वास्तविक अर्थ क्या है Ханумана очень любит слушать Харикатху у Ситарами, поэтому, когда он разорвал свою грудь, у него в сердце была Ситарам или Ситайрам. Так, если кто-то приходит к садху и просит благословения, он руку рукой типа дает благословение. Но это настоящее благословение или нет? Нет, настоящее благословение находится в Харикатхе садху. Вриндаван
कार्तिक मास में, तो सोचो इसकी क्या महिमा होगी। हम लोग इसकी महिमा को कल्पना भी नहीं कर सकते कि जो अभी हमें वस्तु प्राप्त हो रही है। даже представить, насколько мы удачливы. Слушаем Шримад Бхагаватам во Врадже, в Картику, в храме. В этом великом собрании. Итак, садусанга. Но садусанга настоящая, только если мы применяем харикатку, которую услышали, применяем харикатку в своей жизни. Вот Кришну, когда можно покорить, да, Арджита, необходимо Кришну покорить, как можно? Только если мы следуем харикатхе, то есть мы предаемся стопам истинного гуру, следуем ему, его наставлениям. Шримад Бхагаватам, вы видите, там говорится, один спрашивает, да, другой отвечает. Весь Шримад Бхагаватам построен на диалоге. Вот Шауна Кадириш спросили 6 вопросов, Сута Госвами отвечал на эти вопросы. Но если мы эту харикатху принимаем в своей жизни, если мы слушаем ее с желанием воплотить ее в свою жизнь, только тогда мы можем получить освобождение из материального мира. Шрила Прабхупада говорил, кроме харикатхи нет другого способа пересечь материальный мир. Если человек приезжает в дхаму, служит садху, слушает много харинамы, общается с святыми, но не слушает харикатху, он ничего не получит. Он с пустыми руками вернется. Поэтому слушать Бхагаватам, вот Вайшнава, это главная вещь. तीर्थ बुद्धि सलीले, जो तीर्थ बुद्धि सलीले रखता है, तीर्थ बुद्धि सलीले का अर्थ है कि हाँ हाँ हम हरिद्वार में जाएंगे तो वहाँ पे गंगा है उसमें स्नान करेंगे, अरे वृंदावन में आएंगे तो यमुना जी में स्नान करेंगे। Те, кто думают, что «О, мы приедем в Вриндаван, совершим омовение в Ямуне». Мы должны, что делать, посвящая святые места, совершить омовение в них. И таких людей говорят, что у них сознание животных, то есть оно не развилось еще полностью. Человек посвящает святые места просто, чтобы совершить там омовение. कि नहीं नहीं धाम तो है ना, क्यों वहाँ पे गोविंद जी है, गोपीनाथ जी है, मदन मोहन जी, इतने सारे ठाकुर हैं, तो श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन सियानी सिर्फ ना खोच वृंदावन है उससे तेवनंती उरुकाले बहुत कोटी कोटी देवनंती उरुकालेना लेकिन Если вы будете служить сотни лет, то сердце ваше очистится. Но просто получив даршан харотхи садху, ваше сердце очистится. Что значит даршан садху? Значит, слушай харикатхуани. Потому что это очищает сердце. इसको आप ये मत समझो कि बहुत अनायास सुन रहे हैं, कोई ना कोई भगवान की ऐसी विशेष कृपा हुई है कि आज हमें ये अवसर मिला है इनसे हरि कथा सुनने का, तो इस अवसर को हम अच्छी तरह लाभ उठाएं। Поэтому, если у вас есть возможность слушать харикатху от вайшнавов, то не думайте, это что-то обычное. Господь выбирает вас, чтобы вы слушали эту харикатху. Это великое достижение. এবার হাত উঠাকরে বলো বলে হরে কৃষ্ণ প্রভুজি কবি সব ইঞ্জিনিয়ার ইনকা লাখ রুপিয়া বেঙ্গালোর মে নৌকরি করতে থে লাখ রুপিয়া কি তরিকা থি Кришнадас Прабху, он раньше родил, жил как
жил в Бангалоре, родился в романтической семье. Он принял прибежище у Шилы Гурудева, зарабатывал 100 тысяч в месяц. И сейчас он все оставил это и живет в храме, рассказывает харикатху. И не только в Индии, но и за рубежом слушают его харикатху. पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो श्रीकृष्ण चैतन्य महानित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 साधु महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी के चरणों में Здесь я предлагаю свои поклоны моему гуру Шри Бхактинарайане Госвами Махараджу, Шри Бхактинашидхару Махараджу, Уджападсадху Махараджу. Мы всем собравшимся. Мы очень удачливы, что мы собрались и слушаем Бхагаватам. Слышали, как Пашпашидхар Махарадж прославил Саду Сангу, Сундар Гопал Прабху также прославил Саду Сангу. Я бы хотел рассказать, немного поговорить о характере Прохлады Махараджа, потому что это очень важно для садхана, для садхака, потому что он может нам показывать достижения, которые очень полезны. Какие бы проблемы ни приходили в жизни Прохлады Махараджа, он никогда не стрелял баджан. И его наставления, которые он дает своим одноклассникам, чтобы совершать баджан. Вот мы сейчас это все попытаемся обсудить. Прохлада Махарадж, он общался с Нарадой. Прохлада Махарадж был в чреве у мамы, но и Нарада рассказывал ей харикатху. И Прохлада Махарадж тоже слушал. Его мать Каяду была. Почему она... То есть она не стала совершать баджан, как Прохлада. Она, Нарада же ей рассказывал, да? Но она не стала совершать баджан. А Прохлада Махарадж был у нее в лоне, и он смог совершать баджан. Почему причина? В чем причина? Друзья спросили у Прохлады, как ты запомнил все эти наставления? Прохлада Махарадж говорил, и это по милости гуру, на ятном превращении лапьё. Писание, то есть мы не можем то есть Господа нельзя реализовать ни изучение Писания, ни рассказывание, ни другими способами. Только кого Господь сам выбирает, он может обрести его милость. Прохлада Махарадж родился в семье демонов, но Нарада выбрал его. Друва Махарадж также он вообще пошел в аскезу с материальным желанием, но Нарада выбрал его.
яд, какая была у него качество. Яд, он был вообще очень жесток. Просто он ранил животных и смотрел, как они мучаются. Ему нравилось смотреть, как животные страдают. Он от этого испытывал счастье. Харидас Такур, он пролил милость на проститутку. Она стала в итоге настолько святой, что все приходили, даже великий риши получить ее даршан. Джагай Мадай, например, также. Говорится, что они очень были греховны, то есть Читрагупта у него стала рука записывать их грехи. Говорили, не ходи в этом направлении, там Джагай Мадай. Но Нитинанда Прабху, Харидас Такур, они хотели, Нитинанда Прабху думал, нет, я пойду туда, именно туда я пойду к ним, потому что я хочу, чтобы они обрели милость Шри Чайтанья Махапрабху. То есть он их выбрал. Итак, Нитинанда Прабху думал, слава Махапрабху разнесется повсюду, если я сделаю Джагай Мадай святыми. И они стали настолько возвышенными махабхагаватами, что другие риши приходили получить их даршан. И в этом слава Садху Санги. Но просто слушая садху тоже не получится ничего. Мы должны порадовать садху, когда Нарада пролил милость на Вьяду, то как бы это было беспричинная милость, но на самом деле саду он смотрит на какие-то параметры. То есть, конечно, есть ахай такие, да, крипы, то есть беспричинная милость, абсолютно беспричинная. Мы слушаем харикатху, например, и потом Гурудев спрашивает вопрос. Если мы отвечаем, то Махараш радуется. О, да. И он тогда в сердце просто думает, да, этот человек хорошо, если он обретет бхакти, он молится Господу как бы за этого человека. И таким образом, Прохлада Махараш, он, то есть, ну, как бы садху, он смотрит, да, вот на, все же смотрит на человека. И Бхактина Сарасвати Такур, Прабхупада, Прохлада Шикшу, Бхактина Сарасвати, Прохлада Шикшу 64 раза рассказывал. Прохлада Махарадж, да, вот Прохлада Махарадж, то есть это важная, да, часть Бхагаватам. И Прохлада Махарадж, когда учился в школе у Санды на Марке, то он слушал все их, то, что они учили, но он не придавал там большого значения. И так когда Прохлада вернулся со школы к своему отцу, Хираньякашипу, тот спросил, что ты выучил самое главное в школе? यानी कि ऊपर से हमने क्या किया, लौकिक आचरण क्या कर रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
बहुत सारे लोग यहाँ किसी किसी कारण से आकर के बैठ गए लौकिक आचरण करने के लिए, महाराज को दिखाने के लिए या बोला है या कुछ और भी है, तो वो संग नहीं कर, किंतु हृदय से उन बातों को कितना धारण किया और धारण करके उसको आचरण कितना किया, ये संग। То есть Прохлада Махарадж как бы только имитировал, что он учится в школе. А люди наоборот, они часто просто как бы для того, чтобы социальный статус поднять, они посещают всякие собрания Шримад-Бхагаватам, но на самом деле они там как бы ничему не учатся. А Прохлада Махарадж, он в школу ходил, материальным знанием его обучали, но он как бы просто присутствовал, просто вид делал, что он туда ходит. Все остальные, которые он знал, он помнил. Он получил, когда был в лоне матери. В одном году тот, кто уходит в отречение, принимая прибежище Хари, я считаю их садху. Гуру на сасьят, сваджану на сасьят. Гуру на сасьят, сваджану на сасьят. Прохлад, то есть, ну как бы гуру на сасьят и шлоки, говорится, что гуру не есть, гуру, если не может освободить человека из океана рождения смерти. Поэтому Прохлад Махарадж их не рассматривал, Санта Намарка не рассматривал к своему гуру, потому что они не обладали качеством садху. Итак, тот, кто устанавливает Сампанна Гьяна между Джива и Гуру, они Гуру. Материальные отношения, материальные знания, они же не могут нас к Господу привести. Мирабай, она не хотела дома оставаться, она написала письмо Тулсидасу. Все сложно, все противоречит Бхагавад-бхаджи. Но этот Тулсидас ответил ей. Джинки прия рам. Те, кто недорог Господу, те, кто не считают Господу своим мастером, хозяин, ты должен отвергнуть их, оставить их общество, считать их врагами вообще. Тулсидас тоже пример привел, потому что, ну, как бы, чтобы убедительно было. Таджо Пита Прохлад. Отец Прохлада Махараджа. Никого не было. То есть он был, ну, он говорит о Прохлад Махарадж, он был востока в таких плохих условиях. Прохлад Махарадж, Хираньякашипу, отец Прохлады, и никто не мог покорить его, да? Настолько он был могуществен. Так, Прохлада Махарадж, Хираньякашипу, они как бы любили друга, Прохлада Махарадж же тоже любил, Прохлада Махарадж любил Хираньякашипу, да, но как бы не считал его отцом, он назвал его лучше среди демонов. То есть, ну как бы человек, то есть отец не отец, если он не, тоже не ведет гуру на сашат, это продолжение пришлоки, отец не отец, если он не может освободить, если круг от рождения смерти. И Барат, да, он тоже Кайкею не считал матерью, потому что она, как бы он думал, что она из-за нее, Господь Рам, пошел в изгнание. Бибишин и Раван любили друг друга, ну, в смысле, носились, хорошие были отношения, но затем Бибишин отверг Равана, это брата своего отверг, да, Равана, был его брат, считал его своим врагом в итоге. Итак, все вот эти материальные обозначения, родственные связи, они должны быть оставлены, если человек неблагоприятен для бхакти. То есть, ну, в сердце не должно быть никакой привязанности к таким людям.
बिगाड़ रहा है, तो सावधान रहो। ये तो बालक है, किसी ने कुछ सिखा दिया होगा। चंड और अमर लेकर के आ रहे और आकर के प्रहलाद से पूछते हैं कि क्या Когда Махарадж вернулся обратно в Гурукулу, Сандамарк, он, Хираньякашипу выслушал его, как бы наставление о бхакти, да, которое Прохлада Махарадж ему сказал, и он отправил опять в школу. И Сандамарк, они тогда спросили, говорит, кто тебя этому всему научил? और अवैध स्त्री संग करते हैं, सारे दिन उल्टा फुल्टा काम करते हैं, उनकी बुद्धि बिगड़ी है कि जो भजन कर रहा है उसकी बिगड़ी है। А тот говорит, что значит испортил твой ум? Он говорит, то есть так как это в материальном мире, ну как бы все с ног на голову перевернуто. Говорит, те, кто человек совершает баджан, то он говорит, твое сознание испорчено. Нет, все это не говорят, твое сознание испорчено, человек потребляет там алкоголь, например. Они говорят, это нормальное сознание. В одной деревне все принимали наркотики, ну, такой вот пример. Один ребенок, он как бы подрос и говорит, я не хочу больше принимать наркотики. И все люди думают, ты что, заболел, что ли? Почему он не хочет наркотики принимать? И в этом материальном мире тоже люди говорят. Они тоже говорят, ты ставишь кантимала, тила, ты как бы это что, время пришло, ты что, состарился, что ли? В старости лучше совершай баджан. Кто испортил твой ум, кто да, засорил тебе, кто промыл тебе мозги. То есть обычно люди считают тех, кто совершает баджан, этими больными. Хотя на самом деле это, не, это как бы наоборот. Вот и по наставлениям Прохлады Махараджа очень важны. Все должны как бы прислушиваться, да. ऐसा आदमी इसको कह रहा है चंदन का जंगल और प्रहलाद महाराज को कांटे बबूल का कांटा बोल रहा है। तो ये विषयी और जो भोगी लोग हैं उनकी प्रवृत्ति कैसे होती है और इस प्रकार की बाधाएं सबके सामने आई हैं, इसलिए चिंता करने की बात नहीं। प्रहलाद महाराज जैसे रहे वैसे शांत रहना चाहिए। और फिर उन्होंने बताया कि देखो मेरी बुद्धि किसी ने बिगाड़ी नहीं है। Мы должны следовать его как бы примеру. Мы должны то есть надо совершать баджан, несмотря ни на что, потому что люди материальный мир будут всегда против баджана, против тех, кто совершает баджан. Вот и такой пример приводится, так же как магнит притягивается к железу, так же железо к магниту, таким же образом мой ум всегда привлечен к Кришне. Никто меня не заставляет, никто меня, как бы, да, моим разумом не управляет. А естественным образом стремится. И Шанда Намарк снова пытается убедить Прохлада Махараджа. И снова пытается его учить там политике, там, экономике и так далее. И снова Прохлада Махарадж приходит к своему отцу Хираньякашипу, говорит, о, Сурширешта, вы великий среди демонов. И раньше, конечно, подумает, ну, наверное, сейчас мой ребенок нормальный. И он говорит, что ты самое важное узнал? И Прохлада Махарадж, он всегда... И тогда он спрашивает, что это самое важное выучил. Тот говорит, киртан шаванам вишну смаранам падасеванам арчанам ванданам. Описывает Навада Бхакти.
प्रहलाद महाराज को क्या पता नहीं है मेरा पिता विष्णु को सबसे बड़ा शत्रु मानता है? Разве Прохлад Махарадж не знал, что его отец ненавидит Вишну? Он знал, но все равно он ответил, говорит, Шраванам, Киртанам, Виштусмаранам. У него потому что сильная, полная вера, что Кришна защитит его. Поэтому он бесстрашно говорил в присутствии отца. Настолько сильная вера была у Прохлада Махарадж. Вот мы должны учиться тоже такую сильную веру иметь. У нас на самом деле нет такой сильной веры, поэтому Господь не защищает нас. बाकी बच गया उंगली। तो बाद में उसने भगवान से पूछा, प्रभु मैंने तो आपके ऊपर पूर्ण श्रद्धा की थी, ये उंगली कैसे टूट गई? तो उन्होंने कहा, तुमने यदि लगाया था। तो मतलब अगर जरा सा भी डाउट है तो उंगली टूटेगी, फिर हमको दंड मिलेगा। और हमारा तो बिल्कुल भी विश्वास ही नहीं है, ऊपर से खाली कहते रहते भगवान है भगवान है भगवान है। किंतु प्रहलाद महाराज का कैसा विश्वास है, सामने कौन बैठा है? Итак, два человека прыгали с многоэтажки. Они сказали, если Господь... Им сказали, два человека на крыше стояли. Им сказал третий, говорит, если у вас полная вера в Господа, вы прыгнете, и Он вас спасет. Ну и первый прыгнул и сломал палец. К сожалению, эта история не закончилась, перевод. Хираньякашипу, он настолько разозлился, что сказал своим солдатам, чтобы те убили Прохлады. Они сбрасывали его с горы, слонами топтали, змеями кусали всячески, но ничего не помогало. Никто не мог убить Прохлада Махараджа. Хираньякашипу очень испугался, он начал беспокоиться. О, Прохлада Махараджа всего 5 лет. У него нет такой силы, знаний каких-то. У него полная вера в Господа. Поэтому он такой бесстрашный, а с другой стороны, да, 5-летний ребенок бесстрашный, а Хираньякашипу в страхе. У Прохлады Махараджи не было никаких благословений от полубогов и так далее. Просто он был бесстрашный. Почему? Потому что Кришна, он чувствовал, что Кришна всегда защищает его. सुख अपने ही प्राप्त अपने ही आपसे प्राप्त हो जाते हैं, जैसे दुख भी अपने आप प्राप्त होते हैं। हमको Прохлада Махарадж когда снова отправился в Гурукулу, он начал убеждать своих одноклассников, чтобы те совершали баджан. Никто не, он говорил, никто не зовет проблемы, они сами приходят с собой. То есть никто не хочет, о, я хочу сегодня в аварию попасть или там еще что-то. Никто не просит, но сами собой приходят страдания. Таким же образом, он говорит, и счастье тоже приходит по карме, само собой. Поэтому не нужно чрезмерные усилия прикладывать, чтобы, обрести счастье. И затем Прохлада Махарадж, следующее важное наставление, он говорит, вот 100 лет человек живет, половина он спит 50 лет. И с одного до 5 лет никаких человек не может совершить баджан. Следующее там, последних там 5 лет тоже человек не может совершить баджан, потому что он очень стар. А остальное время человек занят тем, чтобы обучиться, работать, заботиться о семье, о детях и так далее. Поэтому совсем баджан, времени не остается у человека в жизни. Поэтому
так думать, что я потом стану совершать баджан, то это не работает. Поэтому нужно прям кумара с самой маленького возраста начинать совершать баджан. Господу мы предлагаем свежие цветы или старые цветы. Мы свежие фрукты предлагаем или старые. Конечно, свежие, поэтому надо свежим совершать баджан. Таким образом, Прохлада Махарадж, он убедил своих одноклассников, и они начали петь «Харибол, Харибол, Шанда Марка», когда увидели, что произошло, что все они теперь совершают Кришна Баджан, все они стали как Прохлада, они пожаловались Хирани Кашипу, и тогда Хирани Кашипу позвал Прохлада, кто тебе испортил ум. Прохлада Махарадж उनके द्वारा कभी भी उपदेश देने से कभी भी भगवान में मति नहीं लग सकती। इसलिए जिससे कथा सुनते विचार करो, टीवी में बहुत सारे लोग सबकी कथा सुनते हैं, उनको देखो तो सही वो पहले कैसे हैं, उनका आचरण जाकर के देखो। अगर वो घर में खुद डूबे हुए हैं, पैसा कमाते हैं भागवत करके, और उसके द्वारा очень много спикеров рассказывают харикатху, но нужно смотреть, как они ведут себя. मैं नहीं कह रहा, ये प्रहलाद महाराज कह रहे हैं भागवत में वर्णन, कभी नहीं लग सकती। Парте, значит, то есть, ну как бы, нам нужна помощь, чтобы наш ум, нам нужна помощь садху, чтобы наш ум был повлечен баджаном. Потому что наш ум, он естественным образом стремится к материальным привязанностям. Но садху должен быть настоящим, он сам должен реализован быть, чтобы помочь таким образом. И если человек, он сам привязан к семье и так далее, к другим материальным вещам, то он не сможет ваш ум заставить привлечься к бхакти. Такие называемые гуру Шанды Намарк. Они тоже как бы не настоящие гуру, потому что они не знали, что... Они много чего знали, но они не... верили, что Вишну это, или Господь это как бы источник всего и то, к кому нужно стремиться. Такие садху, как бы псевдо-садху, они хотят только денег от вас, они хотят славы от вас, внимания и так далее. Поэтому как они никак не могут помочь, чтобы ваш ум встал на путь баджана. Человек может быть беден, как Судам, Брахман Судама, может быть богат, как Амбариш Махарадж. Но он должен считать, что как бы, ну, жизнь должна принадлежить Господу, должна быть посвящена баджану. И Прохлада Махарадж это рассказывает отцу. Источник один. А, тот спросил, откуда ты силу берешь? Тот говорит, источник один, и ты от него берешь, ты из этого источника, и я тоже. Ты совершал аскезу, и Брама тебе дал благословение. Но кто Браме дал благословение? Ты считаешь себя могущественным, но эта энергия тебе дана кем? Господом. इस प्रकार से प्रहलाद महाराज ने इतना सुंदर शिक्षाएं दी, इतना सुंदर चरित्र है उनका, कि जो भजन करते हैं उनके जीवन में कैसी कैसी बाधाएं आती। देखो, हमको तो कोई मारने के लिए प्रयास भी नहीं करता, थोड़ा बहुत गाली गलौज ही तो देते हैं, घर वाले थोड़ा डांट पीट लग देते हैं,
Так Прохлада Махарадж Хираньякашипу пытался убить Прохлада Махараджа, но ничего не получалось, а мы у нас никаких проблем нет, потому что нас убить, поэтому мы гораздо в лучшем положении, ничего не мешает нам. अभी प्रभु जी कैसे नरसिंहदेव प्रकट हुए और क्या उनका विकराल रूप था, कैसे उन्होंने हिरण्यकश्यप को वध किया, हमारे श्री श्यामानंद प्रभु की कथा सुनाई। मम ज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानान्यन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य दयाल प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य शिवगौरवभक्तवृन्द। बोल हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले गुरुपाद पद्म ओम विष्णु पाद स्तोत्र नंद चित्त भक्ति दान प्रति प्रभु स्वामी गुरु महाराज ने चरण में साष्टांग दंडवत प्रणाम करके उनके हेतु कृपा वाचन करता हूँ। तत्पश्चात परम गुरुदेव प्रभु गुरुपाद गुरुपाद पद्म प्रपाद जगद्गुरु प्रभुपाद को उपस्थित समस्त वैष्णव 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 भक्तवृंद Шриванда Прабху предложил свои поклоны своему Гурудеву, Шри Пуджапад Бхактивинода Шридхар Свами Махараджу, всем Вайшнавам Вайшнаве. Я говорю, что мы слышали с Кришнадаса Прабху, что очень много наставлений полезных. तो बता रहे हैं कि इतनी प्रकार जैसे हिरण्यकश्यप पूछते हैं रे मूर्ख तुम्हें इस प्रकार का बुद्धि कौन देता है। ये говорит это ну как он очень очень коротко рассказал о наставлении Прохлада Махараджа. Это ты даже там 30-50 лет надо, чтобы понять, не 30 минут. Шанта Намарк. Они были, как бы у них не было разума, их назвали Шанда и Намарк. Там, это в переводе санскрита «бык» и второе, я не помню. Итак, люди в этом материального мира, они стремятся к материальным благам, к материальным привязанностям. तो इसी प्रकार जैसे हिरण्यकश्यप ये सब बातें सुनता है तो पूछता है कि तुम्हें कहाँ से इस प्रकार का बल प्राप्त हुआ। तो बोलते हैं कि मेरे जिस प्रकार आपको बल प्राप्त हुआ है ये मत सोचना कि आपके जो वरदान दिए हैं ब्रह्मा ने वरदान दे दिया और आप बलियान हो गए, ये मत सोचना। ब्रह्मा जी को भी जो बल देने वाले спросил, Хираньякашипу спросил, откуда ты берешь эту энергию? Говорит, оттуда же, откуда и ты. Источник один, Господь. Хираньякашипу очень разозлился. Я убью тебя, он сказал. Покажи мне своего Господа. Махарадж. Я, Господь повсюду присутствует. Повсюду? И даже в этой колонии? Да. Тогда схватил свою булаву и ударил по этой колонии. Появился Нарисимхадев.
झंग 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 झंक झंक झम झमा झंक झंकार घोरम पायत काल किलित किलिकिला चक्र हस्तो नृसिंह भयंकर रूप में धारण करते हुए भगवान नृसिंह देव प्रकट हो गए। Он принял в своей самой ужасной форме. Получеловек, полулев. И так же, как кошка играет с мышкой, так же и Нарисимхадев поиграл с Хираньякашипу, и потом взял его себе на колени. А Хираньякашипу думал, что мне же Брама дал благословение, что мне нельзя будет им бить. Не там, не там, не там, не там. और अमरत्व को प्राप्त कर गया, लेकिन भगवान ने उसको झट करके उठा करके सारे जितने ब्रह्मा जी का वरदान को फेल करते हुए भगवान ने उसको उठा करके ले गए पूरा का पूरा उसको द्वार पे положил ему себе на колени. И он это сделал не в помещении, не снаружи, на пороге. И тогда Хираньякашипу засмеялся и сказал: у меня столько благословений от Брамы, ты не можешь меня убить, я не могу убить. Меня никто не может убить ни днем, ни ночью, ни внутри помещения, ни снаружи. Тот говорит: а мы на пороге. और क्या वरदान है? तो हमने बोला देखो ना दिन में मरो ना रात में, भगवान बोले संध्या काल में днём не ночью, но были сумерки. अब बता रहे हैं कि देखो ना ब्रह्मा के किसी भी मनुष्य में ब्रह्मा की सृष्टि में नहीं मरूंगा। भगवान बोल रहे ब्रह्मा तो मुझसे ही सृष्टि होते हैं, एक ब्रह्मा ने अनंत कोटि ब्रह्मा मुझसे सृष्टि होते हैं। Хираньякашипу сказал, и он говорит, у меня же благословение, я не могу умереть ни одним творением Брамы. Нарисимхадев говорит, я не творение Брамы, он мое творение. Таким образом, он опроверг все благословения Брамы. И он разорвал его живот. Достал его все кишки. Он был настолько ужасен, все испугались. Таким образом, полубоги даже не могли стути возносить. Очень тяжело, как бы с большим трудом удавалось стути возносить, как перепуганы. И тогда они подумали, а Лакшми, наверное, сможет успокоить его. Но Лакшми... Когда она подошла с тарелочкой, чтобы арти совершить, с подносом, чтобы арти совершить Господу, но тоже испугалась. तब लक्ष्मी एक एक जैसे ही देखते हैं भगवान के स्वरूप को, एक छलांग लगा करके सीधा वैकुंठ में बोले, ये मेरा प्रभु नहीं है। कहां मेरे प्रभु कमल नयन, कहां शांत स्वरूप,
И Лакшми, она также была очень перепугана за эту ужасную форму. Она выбросила этот поднос с парфиналиями и отправилась на Вайкунтху. Все говорили Прохлада Махараджа. О, Прохлада, это только ради себя, Нарисимха Дев пришел. Просто чтобы подтвердить твои слова, что мой Господь присутствует повсюду. Господь появился из этой колонны. धीरे-धीरे जैसे प्रहलाद महाराज जी साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं नमस्ते प्रभु तुही पाद पंकजम हे प्रभु तुम्हारे चरण में प्रणाम करके स्तुति करते हैं तब वहां पे भगवान ने प्रहलाद महाराज जी को अपने गोदी में बिठा लिया И Прохлада Махараджа, они говорят тогда, полубоги говорят, Прохлада Махараджа спокойно, Нарисимхадева, потому что как бы из-за тебя он пришел и любит тебя. То есть, благодаря, что твое слово сдержать, он пришел. И Прохлада Махарадж бесстрашно подошел к Нарисимхадеву, и тот начал лизать его, как львенка. Нарисимхадев был очень радостен, и он сказал, спроси благословения. ब्रह्मा ने इसको तो वर दिया लेकिन सारे वर को आप क्या किए नष्ट करके हुए इसका वध कर दिया ऐसा वर का क्या आवश्यक है लेकिन हे प्रभु आप तो ब्रह्मा दल ने बहुत много благословений хранишь एक बार रक्षा करने के लिए आप एक बार ठान ले तो उसका बिना रक्षा करे आप но ты легко вошел Поэтому он говорит, я не могу просить благословения. Ты высший, кто может просто даровать благословение. Но если ты на самом деле хочешь дать мне благословение, тогда у меня есть одно желание. То есть, как бы, все даже желание просить благословение. Уничтожь его. И то есть ужив его, пословно все время желание просить чего-то. Она просит у Господа, надо удовлетворить свое желание, снова просит, снова удовлетворяет, снова просит. Поэтому он говорит, сделай, чтобы у меня вообще желания никаких просить не было в сердце, материально. Нарисимхадев я попрадовался, говорит, это не благословение, проси, это как бы ничего не считается, проси еще. तो बता रहे हैं कि ये अपने बहुत सारे समय को व्यर्थ कर दिया और आपके ऊपर द्रोह किया इसलिए प्रभु आप इसके ऊपर कृपा करो मेरे पिता के ऊपर कृपा करो तब भगवान ये नृसिंहदेव बता रहे हैं कि त्रिसप्त भी पिता भूत पितवे सहते अनघ जस्य वे भगवान भय पुनः पावन जस्य कुले साधु से भगवान भय पुनः पावन कि हे प्रहलाद महाराज कि त्रिसप्तमी 21 पीढ़ी उसका क्या होता है ना उद्धार हो जाता है किसका उद्धार हो जाता है И тот говорит, Прохлада Махарадж, что мой отец, он всегда считал себя врагом, пожалуйста, не отправляй его в ад. А ты говоришь, это тоже не благословение. Автоматически он уже получил освобождение, потому что если святой родился в семье, то 21 поколение получает освобождение. Для Канишки 7, для Мадьяма 14, для Уттама Вайшнава 21 поколение получает освобождение.
उसको कुल के साथ, उसको पूरा का पूरा माता पिता परिवार के साथ नित्य धाम में जाते हैं। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण जिस समय ध्रुव महाराज जी जा रहे थे, कल हम कथा श्रवण कर रहे थे, तो पूछा कि मेरे माता जी तो बता रहे हैं विष्णु पार्षद कि तुम्हारे माता जी तुमसे पहले जा रहे हैं, तो बता रहे 21 पीढ़ी उद्धार हो जाते हैं। इसी प्रकार भगवान प्रहलाद महाराज जी यहाँ पे, мы вчера также слышали, что это когда Друва Махарадж отправился на Вайкунху, его мать уже раньше него туда отправилась. И Прохлада Махарадж прошел на земле еще какое-то время, совершая Бхагаватсеву, а потом отправился в духовную обитель. हर प्रकार का विपत्ति आता है, बता रहे हैं नृसिंहदेव। Если кто-то пытается совершать Бхагавад Бхаджан, то он встречается куча проблем. И Прохлада Махарадж это пример. Его пытались, много раз пытались убить. इसीलिए अगर अवश्य राखी में कृष्ण विश्वास पालन, अगर हमारे हृदय में भी भाव Мы должны иметь полную веру, что Господь защитит нас. हमारे देवीलाल प्रभु जी जिनके आकाशवाणी में भजन आते हैं, फिर आपके सुंदर भजन सुनाएंगे। देखो जो कल है भागवत कथा की संसाधित दमदार प्रभु сейчас поет баджан, его баджаны транслируются по местному радио, а завтра мы будем праздновать джанмаштами. नंद के आनंद भयो जय कन्हैया, завтра जय कन्हैया। завтра мы празднуем джанмаштами, श्रवण करेंगे भगवान कृष्ण जैसे प्रकट हुए। और कल है, हम तो जब बाहर से आते हैं कहते बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहन कर जाना, विशेष करके पीले पीले रंग की कपड़ा हो, पीला रंग की अगर हो तो। Все женщины должны прийти в желтом. ब्रज में तो परिक्रमा करने के लिए अगर हो तो पहन करके आना, नहीं तो कोई बात नहीं। क्योंकि जब मैया जसोदा गर्भधारण की Когда мама Ишоты забеременела, все враджа-гопи, они как бы за 6 месяцев начали готовиться. Они начали себе одежду подбирать и так далее. И гопы также, пастухи, они также пришли в красивой подходе. Так завтра мы придем к Нанде Ишоте и благословим их. Поздравим с рождением Кришны. Ah.